Доброе утро. Сегодня 30 августа. Туманное утро. Облачность. Небо такое серое. Ночи прохладные. 14 градусов. Сейчас еще прохладно. Вышли на улицу. Ну, здесь у нас листик еще цветет. По скверику немного прогуляемся по Зеленому проспекту. Сегодня такой день хмурый начинается. О, грибы, шампиньоны. Какие красивые. О, можно прямо рвать. Еще. Грибочки пошли. Ух, какой еще красавец. Ну вот, супчик уже можно сварить. Клены зелененькие еще. Акации подстригли. Травка зеленая. Будто еще весна или лето. Листики вот тополь уже роняет. Такие. Коричневые. И тополь интересный. Здесь у него несколько стволов. Из одного. Сразу несколько. Вот такая облачность. Серый денек. Может быть, изменится все. Так, а тут одуванчики украшают полянку. Тут травка.
Вот такие дуванчики. Дуванчик майский. А дуванчик августа. Много украшают полянку такие штаны. Много каштанов. Ёлочка пушистенькая. Мы сейчас в магазинчик пойдем, вас жду. Вот здесь еще цветочки. Магазин, наш дом. Ой, ярошник какой красивый. Ну вот сквозь тучи солнышко пробилось. Сразу тепло такое. Последнее летнее тепло. Всем доброго дня. Хочу сейчас отбелить свои полотенчики кухонные. Там разные платочки. В общем, покажу сейчас. Вот таким вот кислородным отбелем, содержащим кислородный. Они разные бывают, но вот я сегодня такой купила. И вот эти у меня всякие там полотенчики кухонные такие уже в пятнах, прихваточки. И заодно кастрюльку отбелить свою. Сейчас вот нагреваю воду, залью горячую воду, почти кипяток. Взяла горячую воду, почти кипела мне. И насыплю сейчас отбеливатель. И буду свои полотенчики все эти. Туда. Вот, оставляю в таком состоянии. Стоит, там такое шипение идет. Еще беру тазик тоже. Насыпаю. Беру. И сюда направлю платочки, которые стали серыми. Носовые разные тряпочки. Вот сюда сейчас брошу. Простируются, серые стали. Сейчас постоят тоже. Прошел час. Платочки, конечно, прекрасно отбелились. Их прополоскаю все эти. Они уже прям посерели, всякие пятна тут и тут. Прекрасно, тряпочки, все хорошо. А вот кухонное полотенце. Тут у нас вот это вот полиняло мой петушок. Краска, видимо, такая, все. Полотенчики хорошо отстирались, но
прихватки, конечно, вот еще раз, вот они обновились, еще надо будет так разочек замочить, и такая вода черная стала. Просто полоскаем в холодной воде, вот такие очень беленькие, получается, не надо не стирать, они постояли, прополаскиваем, и все. Чисто. Полотенчики кухонные тоже отстирались от пятен. Вот такие. Полоскаем и все. Кастрюлька очень отбелилась. Стала беленькая, хорошая. Прихваточки полиняли. Вот это вот самая была грязная, такая вся засаленная. Она, конечно, стала лучше, но можно ее еще раз запустить. Я посмотрю. Вот. Она стала, конечно, намного лучше. На улице такое небо. Солнышко. Вечер солнечный. Вот и вечер. Такой же синий вечер. Вот и вечер. Снова вечер. Узнаю его. Замечу, зажигаю свет, причина и на кухне, и в гостиной. Синий вечер, темный вечер, ты всегда бываешь встречен, город свет свой зажигает и тебя тем украшает. День прошел уже в событиях, вечер будет чаепитием. И так радует мой взгляд, огоньки кругом горят. Небо синее, темно-синее, огонечки горят. Так красиво. Ух, какая луна вышла. Полнолуние. Огромный шар. Какая. Всем доброго вечера и спокойной ночи.